нормальный. Очень красиво, очень. Натучка нарядная. Сейчас еще. А капюшон-то зачем тебе? Так а, красиво ну, же с ним. В капюшоне еще надо показаться. Ну давай в капюшоне. Шалфей вот сорвала, смотрите какой. Будет из него какой зелье варить. Как он пахнет обалденно, это вообще-то что-то просто с чем-то. Сварит из него зелье. Какой у меня лук, посмотрите. Вам нравится мой лук? Лук. Кофточка. Лук, да, лук красивый. Новая сумочка. Жень. Ну, ты же хотел, чтобы я лук показал. Какой лук? Ну, Жень, ну я что, сейчас рассказываю. Лука там нету. Вот он лук. А. Новый лук. А, я думал лук. А ты лук. Сумочка блогера. Шортики дырявые с высокой посадочкой. Да, ты что? Рюкзак для мамочек. Маечка такая. Ну, все была. Прорекламировала, короче, теперь. Все побегут себе такие шортики покупать, такой рюкзак. Пойдем, Бога ради. Красивый лук у меня. Очень. Ой, что-то я закружилась. А, выключай какую-то. Лестница есть? Да, у нас все цивильно. Стиль в укле. Ничего себе. Пускайте, пожалуйста. Ничего себе. Кто-то сделал, молодец какой. Я не думала. Городской пляж. Городской. Вишневый пляж. Ну, как это называется? Может, сливовый проход. Там тоже тропинка идет. Ну, тут кустами. Там как быстро заросло все. Раньше их там не было. Что-то смутно помню. Тут с этой лестницы можно сковыркнуться легко. А? Не упади вместе с кошельком. А что были? А тут тоже, смотри, ступенька. Вот тут я буду подниматься. Вон она. Банок тебе. Ну, ну, давай. Я тебя под зад сейчас. Давай, давай, сейчас шлепнусь тут еще. Ты как по болоту прям идешь. О, еще лягушка. Тут грибы. Бабочки. А вон еще одна. Какая жаба огромная. Ничего себе. Сейчас я покажу, где она. Господи, вот это что ли? Вот это? Нет, нет. А вот она. Ее не заметишь так. Красота какая, смотрите. Погода будет 27-28. На дачу поедете, там пойдем надо, я в трусах немножко пройдусь, может так. Да, кто-то пришел в разных сланцах, явно. И даже я чувствую, кто. Одна нога большая, другая маленькая. Даже я знаю, кто это был. Может, у нее просто одна нога больше, другая меньше? Да. Поэтому она так пришла? Одна нога 45-го размера, вторая 38-го. Где же эти-то головастики? Здесь-то их вон нет, не видно ведь. Тепло здесь, кстати. Да? А там вообще все заросло, смотри. Дождь мелкий пошел. Где? Ну, с маленькими. Хатники. Или это
не дождик, может, это репей? Дождь. Дождик. Вчера я читал, их и дождик полил. А эти на втором поле, видишь, не было дождя. Там вот это, кто нас подвозил сегодня. Это тот, наверное. Ее надо в ракарий забрать. Еще каких-нибудь детей да, ей. Да, тут много всяких интересных. Вот интересно, что это спинель, но с маской. Ну тут мутная, правда, вода. Да тут мутная, ты не увидишь ничего. Ну там вообще рыб увидишь всяких там. Опять летит. Она, наверное, сытая. Опа. Съела? Да. Всего нету. Ловко. Ловко. Ну, какая-то отцепнее есть. Тут наверняка тоже был какой-нибудь участок. Кусочек. Арбузы. Слушай, арбузы как хорошо растут. Тут тоже, наверное, участок, смотри. Шалфейки только не видать. Там вообще какие-то ямы, бугоры. Благодаря чему мы поливаем свои помидоры, огурцы, хватаем. Огурчики, шалфей. Детку, наверное, не снимай, бог его знает, может, это как он государственный объект. А когда подойдем, там кинель снимают. Красивый вид. Сейчас там очень шумно. Это, короче, водокачка, снабжающая весь все раздолье. Эй, ты куда ушел-то? Нифига себе, как ты спустился тут? Ты лучше не спускайся, опасно. А ты как будешь подниматься? Подымусь немного. Нифига ты. Нифига ты больше спустился как. Эй, ты куда пошел-то? Хоть ключи от дачи дай. А то утонешь там. Я что буду делать? Куда денусь-то? Прям такая впадинка там. Дерево не сломай, коза. Надо же. Забрался. Так я вдоль берега там не пойду. Я боюсь ладно, там. Ладно, не пойдем, да. Это а я... вон там он какая-то он это ямка. Я ходил, я уж ладно. Я змей боюсь тут. Ну пойдем. Ну уже наступишь, он ему не понравится. А смотрите, тут земля. Ого. Тут лес, тут Женька. Да. Что удивительно, Женька откуда ты? О, Женька, откуда ты взялся? А, Женька. И тут земля, смотрите. И тут тоже. Что-то выбрасывали. Непонятно что. Ах, там красиво как. Где шалфей-то подевался? А тут глина.
Глина. Много глина.